Хеллоу, друзья. Смотрим ранговый бой. Лего 5. Красивый скин у Фанни. Но Фанни плакса. Суть видео. Нет танка, есть Ханаби, стрелок, который открывает свою силу в мидгейме, лейтгейме. Ну, после определенного фарма. После того, как соберет несколько предметов. Из наших танков. Бальмонт в бойца. Вверх соло-линию мою занял Франко, пошел на мид. Я хотел сам сначала идти на мид, но ничего не получилось. Франко решил пойти туда. Не знаю почему. В итоге Ханаби остается одна у врагов. Два убийцы. Оставлять ее одну нехорошо. Убью сразу. Будет корм. Будет не до фарму Ханаби. Будет балласт там нашей команде. И в итоге мы проиграем. Из-за того, что потеряем ценного стрелка. В итоге я принимаю решение прикупить масочку и немножечко помочь. Полноценного танка из меня само собой не выйдет, все мы понимаем это. Но навыки контроля у меня присутствуют. Первый навык стан, второй навык стяжка такая небольшая. Держит врага на месте. Ну, кто играл за Сильвана, тот немножко в курсе. То, что второй навык Сильваны, он держит врага. Решает его мобильности в какой-то степени. Ну и третий навык это клетка. Очень полезный навык. Без защищения из нее не выбраться никак. То есть вот с помощью своего контроля просто прикупил масочку и хожу рядом с Ханаби, помогаю ей расфармиться. Собрать несколько предметов, чтобы она уже начала дамажить. Ну, в общем, в этом бою мне дадут МВП. Забежим немножечко вперед. Так, все нормально. Ханаби играет немножечко агрессивно, не боится даже. Наши смотрим. Уже умерли один раз. Вот Франко. Герой дня. Открыл счет. Первую кровь. Врага. Селена. Убийца. Убийца поддержки. Маг. Опасный герой. Со своим станом. Очень долгим. На 3 секунды. Также Линк. Который в неожиданный момент может просто на Ханаби спрыгнуть со стенки и прикончить. Но если оставили бы мы ее одну. Никто не пошел. Вообще, я думаю, изначально все получится у нас хорошо. Франко, Бальмонт, кто-нибудь из них. Вот про Линга только что недавно вспомнил. Вот он, Линг уже здесь. Здесь у нас ганг небольшой намечается. Уходим под башню аккуратненько. Использую второй навык для щита, но это нам не помогает. И нас убивает. Ну, три врага против нас двоих. Тем более, я оказался в эпицентре. Я словил очень большую кучу урона. Из-за этого погиб. Ну а так, момент относительно Сильваны видели, иногда применяю в бою, когда есть кто поддерживает, да и просто второй навык прожимаю в опасной ситуации, дается небольшой щиток, который не раз меня выручал. То есть играю уже там в районе 100 боев, у меня чуть больше. Процент побед 60+. Но суть не в этом, то что щиток от второго навыка спасет вам жизнь, если будете играть за Сильвану, это факт. Инфа 100%. То есть меня спасал жизнь. Главное правильно навыками пользоваться, еще раз повторяю, в этих в своих видео уже повторял. Вот здесь опять Линк. Опять Линк. Я про это уже говорил в начале. То, что с Лингом шутки плохи, то, что он будет нас доставать. Начало, заметьте, друзья, так себе. Счет 1-7. 3 минуты игры. Враг уже 7 киллов просто нарезал на нас. Печальные дела. Это называется без танка играть. Ханаби не весело. Линк. Спасибо нашему пику. А, вот Фанни. Да, кстати, кому интересно, можете читать чат. Фанни, она плакалась весь бой. Типа, все плохо у нас. Ничего хорошего не ждет нас. Ну, нормально все будет, если честно. Не переживайте. Затащим. Все будет хорошо. Сильвана вообще интересный герой, не знаю почему не пользуется популярностью. Самое что интересное, из-за того, что герой мало популярный, некоторые ее в принципе даже не боятся, не берут очищение, что мне на руку. Не знают, как противостоять в тех или иных ситуациях, не знают про ее бешеный вампиризм в ульте. Главное интересно тут Уранус на дальней стороне куста держится. Вот опять Линк. Сейчас, по-моему, тут что-то будет, нет? Нет, ничего не будет, но убили. К сожалению, Ханаби в очередной раз. Блин, просто в наглую. Вот здесь клетка. Я говорил вот про нее. Первое убийство. Открываю свой счет.
Уранус, вот, скорее всего, не думал, что Сильвана его посадит в клетку и в наглую напал. Вот здесь Шугай, Франко мог бы умереть, но из-за того, что я вовремя подтянулся, Линк трухнул, убежал. Первое кодовое слово – волка. Так, поехали дальше. Фармим линию. Маску долго не надо держать, в принципе. Минут до 8 она себя реализует, а далее, по-моему, она перестает работать. Там в описании маски, по-моему, так и написано. Помогаю обязательно забирать красный баф Ханаби. По уровню, в принципе, не так уж сильно я отстал, но из-за того, что Ханаби много умирает, Линк просто ПКД ее вырезает. Ну, он правильно делает. Свободы не надо давать вражескому АОДК. Особенно Ханаби, которая сильна в ульте. Вот здесь опять сажу в клетку. Почти убиваем. Здесь подлетает у нас Фанни. Ну, от нее толку особо так. В общем, мы с Ханаби забрали здесь. Обратите внимание. Так, Фанни, какие вы слабые. 0-3. Да, Фанни, она вот ноет. Купила красивый скин себе и ныла в основном. Полбоя. Танка нет. Танка у нее нет, видите. Танк ей нужен, Фанни. А то, что Ханаби у нас устрадает, Линки по КД вырезает, то, что я не могу ее оберегать. Это печально вообще. Тут танк не нужен, да? Второе слово. Ноги. Так, сборочка у меня интересная. По поводу сборочки. Кто осваивает данного героя, да и вообще новых героев, когда осваиваете, я имею в виду за бойцов. Первым делом тренируюсь. Я лично по себе, по своему опыту говорю. Первым делом тренируюсь на сборках в живучесть. И дальше, чем больше опыта набираю на героя, чем лучше получается пользоваться навыками, скиллами, то начинаю собираться больше уже в урон. То есть здесь играть, когда начал за Сильвану, сначала у меня было 2 атакующих предмета магических, потом 3, сейчас на 4 играю. Защитных предметов это у меня сапоги воина и, значит, и щит бессмертия. Все остальное в урон. Ну, это так, на заметку, мало ли кому интересно по сборочке. То есть, когда начинаете изучать героя, осваивать, начинаете со сборки на живучесть больше, потом потихонечку переходите на сборку в урон. Она больше для агрессивной игры. Сильвана в начале игры сильна, а клейту немножечко ослабевает. Ну, в принципе, урона ей хватает, чтобы вырезать магов, убийц, АДКшников. С танками понятно посложнее, но танков целиться не надо. Само собой, все этому понимают, то что первым делом вырезаем, кто послабже, и помогаем нашим товарищам отходить. Видите, например, раненый товарищ уходит. Первым навыком погоню немножечко успокаиваем и также уходим. Ну или начинаем драться. Использую доп. Навык вспышку. Очень повышает выживаемость. Универсальный навык вообще на всех бойцов. Не знаю, кто что скажет. Я играю на леге 5. Сейчас, в принципе, плюс-минус. Но стою на месте, можно сказать, сейчас пока. В принципе, она себя неплохо показывает. Третье слово. Кормят. Фармить самое главное не забываем. В принципе, маска уже работать перестала, как вы обратили внимание. Я добивал крипов, и золото с крипов уже шло мне. Так что масочку можно, в принципе, продавать. Но если она не мешает, можно, в принципе, ее и оставить. Она дает дополнительную скорость бега, плюс дополнительный опыт голду за помощь. Ну, так, по мелочи, деревянная маска, но все равно, мало ли. Можно и продать. Так, вот здесь отход Ханаби. Прикрываем сейчас. Нет, не прикрываем. Ханаби убивает, а я здесь лишь бы свою жопу спасти. Но использовал навыки для ухода, обратите внимание. С
Сначала дал первый навык в толпу, попал по живой мишени, использовал для рывка в сторону отхода, далее использовал ульту в сторону отхода. Ну, так я уже делал 1 000 000 раз. Ну, видели, наверное, в предыдущих роликах. Если не видели, то у меня еще есть нарезочки, скину обязательно. Есть вообще там, где на крополях уходил. По возможности, если вам отдают синий баф по возможности надо брать. Но это по ситуации. Можно и без синего бафа, в принципе, обойтись. Ману, чтобы восстановить, мана кончается. Использую кристаллик, покупаю один амулет, который 10 мана восстанавливает. Ну или лесной нож собираю. Вот очередная клеточка. Очень прекрасно. Очень хорошо себя показывает. Прям кайф. Использую Сильвану больше, знаете, как охотника. Лажу по лесу, пушу, собираю лес и выцепляю слабых одиноких целей. Того, например, бывают ситуации, трипла, отбился от ДК, от своей группы, пошел в лес, например, за красным бафом, а там я в кустах. Ставлю на него клетку, стан, и под вторым навыком он просто моментально сгорает. От второго навыка урона под ультой просто очень много. Собираю еще из предметов одним из первых жезл огненный на поджог. Добавляет прилично урона, во-первых. Во-вторых, много было ситуаций, добивает убегающие цели. То есть враг уже пытается на низком уровне здоровья уйти, но вот именно из-за жезла он догорает. Ульту также использую для пуша. Не стесняюсь. Вот здесь именно момент. Все в конце. То есть ролик, суть в чем хотел показать, то что нету танка у вас, например, в команде, да, играете за Сильвану. Но если смотрите ролик, я думаю, интересно вам Сильвана, данный герой. То есть, в принципе, можно взять масочку по... посаппортить, потанчить не могу сказать, посаппортить, то есть навыками контроля прикрываете своего стрелка, ДК, убийцу от вражеских убийц, таких же, вот типа как Линк, Селена, ну или подобных. Встанете, в клеточку садите, ну и убиваете с помощью стрелка. Стрелок, если адекватный, не хочет обратно на эпиков спуститься, то есть это я про легенд говорю, то нормально, в принципе, на эпиках, на легендах можно так поступить. Я так делаю, и в принципе нормально получается. Спасибо всем за просмотр. Кодовая фраза имеется.